Здравствуйте, дорогие друзья, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом бисквита на желтках. Очень часто бывает так, что у нас остается в процессе выпечки очень много желтков, и вы не знаете, куда их деть. Так вот, этот рецепт спасет ваши желтки. Для бисквита нам понадобится 180 грамм желтков, это приблизительно 9 штук, щепотка соли, ванильного сахара 10 грамм, разрыхлителя 1 чайная ложка, воды 3 столовые ложки, растительное масло столовая ложка, сахар 80 грамм и муки 80 грамм. В дежу миксера отправляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Также добавляем воду и растительное масло. Взбиваем бисквит до бела. У меня на это ушло приблизительно 20 минут. Бисквит должен получиться белым, пышным. Теперь мы смешиваем разрыхлитель с мукой и осторожно вводим в тесто муку. Старайтесь делать это лопаткой, круговыми движениями, чтобы бисквит опал как можно меньше. Готовые бисквиты перекладываем в форму 18 сантиметров диаметром и выпекаем при температуре 180 градусов приблизительно 30-40 минут. Вот такой пышный и невероятно воздушный бисквит у вас должен получиться. Он отлично режется и великолепный на вкус. Поверьте, вы останетесь довольны. Обязательно попробуйте данный рецепт. Буду ждать, конечно же, я ваших лайков, я буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы сегодня были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!